Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Бюджет Кирова будут принимать в двух чтениях. Это предполагают поправки в положение о бюджетном процессе в Кирове. Сейчас основной финансовый документ города принимают в одном чтении в конце года, когда сверстаны федеральные и областные бюджеты. Новый подход к работе с казной потребует изменения порядка рассмотрения бюджета. Его внесение в городскую думу будет прописан срок не позднее 20 октября. Документ будет изучать отдел правового обеспечения думы, комиссия думы по финансам. Сейчас же предусмотрено только, что бюджет вносится в Думу не позднее, чем за 15 дней до его предполагаемого принятия. Более конкретных дат не прописано. Программа «Экономика». На бывших площадях стройдепо откроют развлекательный центр. По данным издания «Навигатор», в гринхаусе на место закрывшегося гипермаркета федеральной сети откроется семейно-развлекательный центр «Подзарядка». Это должно произойти весной. В новом центре появятся лабиринты, тюбинговые горки, троллейные спуски, батутная арена, веревочный парк и роллер-клуб, а также кафе. Часть площади займет торговая галерея. Напомню, что осенью прошлого года следом за кировским гипермаркетом стройдепо в гринхаусе закрылись торговые точки этой сети в Смоленске, Ижевске и ряде других городов. Эксперты это связывают с открытием магазинов «Леруа Мерлен» и снижением спроса в секторе в целом. Экономика на 101 FM. На незаконной банковской деятельности кировчанин заработал 3 миллиона. Суд вынес приговор жителю Кирова и приговорил его к штрафу в 200 тысяч за незаконную банковскую деятельность. Мужчина в 2014 году перечислял деньги со счетов клиентских фирм на счета фирм-однодневок под видом оплаты товаров и выполненных работ. Всего за указанный период осужденный обналичил не менее 150 миллионов рублей заказчиков. При этом его доход составил не менее 2% от суммы, то есть 3 миллиона рублей минимум. Прокурор города Кирова направил в суд иск с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать с осужденного в доход государства деньги, полученные незаконным путем. В завершение в валютах. Доллар сегодня 58.17, евро 71 рубль 39 копеек. Программа «Экономика» на 101 FM.